По данным МВД, в 2014 году произошел рост мошенничеств. За 5 месяцев года зарегистрировано 339 преступлений против 318 за аналогичный период прошлого. О том, как не попасться на уловки мошенников, узнали журналисты на брифинге в управлении МВД по городу Чебоксары. Главная причина увеличения преступности в том, что сами мошенники становятся наиболее изобретательны в методах и средствах. Большинство правонарушений совершается через мобильные телефоны и интернет, что усложняет их раскрытие. Но по-прежнему и сами жители бывают невнимательными и доверчивыми. Виды мошенничеств, которые у нас были за текущий год. Мошенничество, совершенное под видом работников горгаза, хищение, совершенное под видом денежной реформы, мошенничество, совершенное под видом займа денег, под видом снятия порчи, под видом выдачи себя, то есть мошенником за руководителя организации, под видом социальных работников. По-прежнему люди покупаются на просьбы о срочном перечислении денег. Сотрудники Министерства внутренних дел еще раз напоминают, что необходимо сначала перепроверять информацию. Нужно остерегаться таких сообщений и не перечислять деньги с мобильного телефона и банковской карты на неизвестные счета. В Чебоксарах в этом году уже поймали преступников, которых между собой полицейские прозвали рыбаками. Преступная группа, опять же, это выходцы из других регионов в основном, заезжая на территорию города Чебоксары, используя денежные средства, в основном это 5-тысячная купюра, либо тысячная, прикрепляют, значит, к данной купюре маленькие лески и через терминал пополняют тот или иной счет. То есть запускают эту купюру в купюроприемник. Здесь, конечно, надо обладать определенными навыками. Автоматически, значит, потом, когда уже зачисление происходит, вытаскивают ее и таким способом уже производят эту оплату в течение нескольких раз. Сотрудники полиции рекомендуют не открывать дверь незнакомым людям, без проверки не впускать в квартиру посторонних. При возникновении сомнительных ситуаций следует сразу же звонить в полицию. Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика.